Ловля карася летом может быть увлекательным занятием для рыболовов. В жаркое время года карась активно кормится и можно получить хороший улов. Следуя нескольким простым советам. Выберите правильное место, карась предпочитает места с мелкими водорослями и растительностью. Озера, пруды и стоячие реки – хорошие варианты. Ищите места без сильного течения, где карась может найти пищу и укрытие. Используйте подходящую наживку, карась является всеядной рыбой, поэтому можно использовать различные типы наживки. Черви, мотыли, мальки и плавающая наживка, такая как кукуруза или горошек, хорошо работают. Попробуйте разные варианты и определите, что привлекает карася в вашей местности. Используйте легкую снасть, карась осторожен, поэтому используйте легкую удочку и тонкий поводок. Поплавок должен быть чувствительным, чтобы заметить даже слабую поклевку. Размер крючка выбирайте соответствующий, примерно 12-16 номеров. Будьте активны, карась кормится активно. Часто проверяйте удочку и подсекайте быстро и резко при поклевке. Подкармливайте регулярно, чтобы привлечь рыбу и удерживать ее в районе ловли. Учитывайте погодные условия, погода может влиять на активность карася. В жаркую погоду он может предпочитать участки с плотной растительностью или тенистые места, где можно найти прохладу. Помните, что для успешной ловли карася нужно терпение и наблюдательность. Следуйте указанным советам, экспериментируйте и наслаждайтесь рыбалкой, ловя карася летом.